Всем привет! Снова вы на моем канале, и мы продолжаем изучать мир Арк. Наверное, всем интересно, где же брать семена для органических турелей. И вот он ответ. Брать их можно на болотах. Летите на болото. Лучше, конечно, именно лететь, чтобы потом можно было убежать оттуда. Вот я вот летаю на своей сушке. На птеродонте он позволяет вообще расширить горизонты игры. Вот. Ищем вот такой вот цветок, подходим к нему и собираем с него эти семена. Вот у меня получилось 9 штук с одного цветка. То есть, в принципе, я могу сделать 9 турелек. Чуть попозже я вам покажу, как это все делается. Заодно объясню основы посадки, агрономии в игре Ark Survival Evolved. Ну что ж, на этом все. Ребята, кто ищет, тот найдет. Ищите на болотах. Всем пока. Подписывайтесь на канал.